Всем привет! Меня зовут Анна, и я приветствую вас на своем канале о вязании. В этом видео я хочу рассказать о своих покупках пряжи и то, что я запланировала, какие процессы я запланировала на сентябрь, что планирую вязать. Ну, начну, пожалуй. Так, начну я с пряжи Alize Baby Best. Пряжа довольно известная. Вот многие с нее, я вот смотрю на каналах, там вязали. Я признаюсь, я эту пряжу приобрела впервые, но по первым ощущениям она очень даже хорошая. Вот, не знаю, как она будет ложиться как бы в полотне, но вроде как на вид очень даже ничего она. Значит, в состав этой пряжи входит 90% акрила и 10% бамбука. В 100 граммах 240 метров пряжи. Производитель нам рекомендует вязать эту пряжу на спицах номер 4-5. Но если честно, я бы четверку-пятерку я не очень-то люблю. Вот, люблю как бы более тонкую пряжу. Но мне кажется, что 3,5 тоже можно здесь будет связать эту пряжу. Цвет получается у нас этот такой нежно-мятный. Так, какой? Колор 514. Вот. Я взяла этой пряжи 3 моточка. Мне должно хватить на полувер для девочки 4 лет. Вот, это вот будет такой у меня первый процесс. Далее я также буду вязать, приобрела вот пряжу Газал джинс, такого красивого василькового цвета или синего цвета, непонятно такой цвет. Значит, с него я планирую вязать себе джемпер с ажурным узором, ромбами. Вот, пряжа мне это очень нравится, я не первый раз с нее вяжу. Значит, повторюсь, что это Газал джинс. В 50 граммах этой пряжи 170 метров. 170 метров. Значит, состав у нас 42% акрила, 58% хлопка. Цвет 11-34. Цвет, в принципе, мне кажется, камера передает. Он такой темно-темно-синий, насыщенный, с каким-то даже таким непонятно чуть-чуть переливом. Такой пряжи у меня 10 мотков, и на полноценное изделие плечевое мне хватит. Следующая моя покупочка — это Yarnart Silky Wool. Слушайте, покупка, даже не могу сказать покупка, это был просто мне подарок за большую покупку. Вот. Пряжа тоже первый раз эту я вот тактильно ощущаю, чувствую, там в руках, как говорится, держу. И первый раз ее вижу. Вот, что входит в состав этой пряжи? Шелк 35% и 65% мериносовой шерсти. Изначально мне эта пряжа не понравилась. Из-за того, что, во-первых, очень тоненькая ниточка. Тут, вот смотрите, ниточка тонюсенькая такая. И то, что здесь содержится шерсть. У меня немножко аллергия на шерсть, я стараюсь такую пряжу, которая с ворсом, не покупать. Ну, как говорится, к дареному коню зубы не смотрят. Вот, все-таки эта пряжа попала мне в руки. И буквально вчера я решила просто побаловаться, связать с нее небольшой образец. Вы знаете, я поменяла свое мнение об этой пряже. Ложатся петельки очень ровненько, очень красиво смотрится ажурный узор. И после того, как я свяжу вот эти два своих процесса для внучки и себе вот этот, я однозначно буду вязать
воздушный ажурный полуверчик для себя также с этой пряжи. Значит, цвет очень такой, получается, как кофе с молоком. Цвет 337. В упаковочке получается 10 моточков по 25 грамм, это 250 грамм. Но производитель пишет, что на полноценное изделие 250 грамм должно хватить. Рекомендованные спицы номер 3. Ну, не знаю, на троечке как он ляжет, но я пробовала на 2,5. 2,5 мне полотно понравилось. Вот, это такая пряжа. Ну и напоследок, вот такие два веселых моточка у меня еще есть. Все-таки сейчас неглубокая зима. Все-таки у нас только-только осень начинается. Все равно хочется каких-то ярких красок. И вот я приобрела, получается, пряжу Барри от фирмы Siam. Здесь у нас в состав входит 51% хлопка и 49% полиамида. Вес 50 грамм. В нем 140 метров пряжи. Я с этой пряжи вязала белый свитер себе, даже, ну, летнюю кофточку. Пряжа мне очень понравилась. Я в магазине купила последние 9 моточков. 9 моточков мне с лихвой хватит для того, чтобы связать полноценное изделие. Но я планирую смиксовать эту пряжу вот с этой веселой Yarnart Jeans Crazy. Мне расцветка очень понравилась. Здесь присутствует и оранжевый, и желтый, и серый, и там темно-серый. Расцветка очень такая веселая, очень красивая. В состав, значит, тут тоже хлопок у нас и полиакрил. В 50 граммах 160 метров. И ну, в этой нитке 140 метров. Но я думаю, что они оба будут очень хорошо гармонировать. Не будут они мешать друг другу. Вот, я потом свяжу образцы, покажу, как будет получаться. Вот. Обязательно поделюсь с вами результатами. Yarnart Crazy у меня также упаковка целая. Ну, это я сказала вам, Барри Siam, у меня 9 моточков. Вот. Тоже буду себе вязать полувер. Так что надо себя любить, буду себя баловать. Вот, такая вот с такой пряжей я буду работать в сентябре. Значит, я запланирую 4 процесса. Постепенно буду к вам подключаться и показывать, как эти процессы у меня продвигаются. Вот. Была рада подключиться к вам. До новых встреч!